Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Анастасия Королева, я автор и продюсер передачи «Обеда со звездой». И сегодня у нас в гостях Игорь Новиков. Он является у нас актером, артистом, певцом. Как хочется побыть с тобою рядом. Игорь, а вы можете рассказать про ваш опыт на сцене? Ну, именно актерский опыт. Актерский, ну, я когда был в Москве, оказался в любительском театре, который назывался «Синтетика». Вы дебютировали как режиссер. Расскажите об этом. Как режиссер я просто решил снять, вот 9 мая, да, много было разговоров о том, что переписать нашу историю. И приятно каким-то людям более старшего поколения. Но, тем не менее, это вся правда, которая есть вот как на лицо. Игорь, мне известно, что вы занимаетесь лечением онкологии. Расскажите, пожалуйста, про этот опыт. Ну, в свое время, в 98 году, мне предложили сотрудничество. В чем заключается ваша консультация? Я консультант по препаратам. Вот с таким-то это предложением. То есть они, естественно, как профессионалы, как врачи, они защищены дипломом. Совместно с своей работой делаем все необходимые какие-то мероприятия. Благодаря моему вот этому фонду помощи. С вами был Алексей Малянов, и в гостях у нас был звездный гость, актер, режиссер, автор многочисленных стихов и произведений Игорь Новиков. Всего вам доброго, до свидания.